Хочу сделать мини-обзор по термобелью, именно специализированному термобелью. Так получилось, что за всю свою туристическую жизнь я ни разу не прибегал к его помощи. И вот решил попробовать. Взял себе в приоритете влагоотводящее термобелье фирмы Red Fox. На экране можете посмотреть состав, название модельки, кому интересно. Ну, сразу совет, в интернет-магазинах брать все-таки не стоит, потому что нельзя померить, может, оно будет стоить чуть дешевле, но сложно определить. Я взял на размер поменьше, чтобы оно более плотно прилегало к телу. Кальционы сверху, обычная ХБшка, водолазка. Сейчас где-то минус 22 градуса, может 25 мороза. Я пока сделал небольшой такой марш-бросок, но еще не успел пропотеть. И, в общем, сейчас задача вспотеть, чтобы понять, насколько эффективно оно отводит влагу от тела. Потому что, ну, надо сперва проверить на такой небольшой вылазке его работоспособность, прежде чем идти в какой-то более-менее серьезный поход. Сейчас главная задача разогреть тело, чтобы проверить эффективность влагоотводящих свойств.
сейчас очень жарко. И влаги я не чувствую. Мне сейчас жарко. И тело не сырое. То есть я не чувствую где-то прилипание одежды, пот. Ну, знаю по себе, что обычно, когда так организм разогревается, то обычно потеешь. Ну, сегодня может быть то, что холодно. То есть, когда мороз, даже в обычной одежде, не, ну, имеется в виду не термобелье, организм не потеет так сильно, как, допустим, при минус 5 градусах идешь весь сырой. Волосы мгновенно инеем покрываются. Считаю термобелье удачно выбрано. Посмотрим, конечно, еще после некоторого использования в более серьезных условиях. Но пока что я доволен.